могли бы вы объяснить, какого черта возьми вы отстоите? Это становится раздражающим. Ты должен просто упасть и умереть. Но почему-то ты продолжаешь возвращаться. Если действительно хочу уничтожить тебя, тогда придется засунуть тебя глубже в твой мозг, чтобы окончательно тебя уничтожить. Да. Так это была причина, по которой вы присоединились в этой организации. Я бы мог использовать это. Попробуй еще раз. Давным-давно жил молодой человек. Цель была ясна. Учиться играть на пианино. Причина, по которой вы меня спрашиваете, хотел привести впечатление на девушку. Это была самая красивая вещь, которую он когда-либо видел. Ее длинные черные волосы, ее бледное хрупкое тело и ее улыбка. О, ее улыбка. Любил в ней все. Однажды она слушала его пианино. И смущенный он, наконец, признался в своих чувствах. Молодая девушка покраснела и решила дать мальчику шанс. Вскоре они влюбились друг в друга. Счастье царило их в жизни. Тем не менее... Все должно продолжаться. Публика ждала все больше и больше. Его навыки были признаны по всему миру. И стал мальчик мужчиной. Но внутри него что-то начало расти. Что-то ужасное. Похоть, звуки аудитории, люди требовали все больше и больше. Он стал монстром. Они сражались. Она умоляла его остановиться, но он отказался слушать. Человек уничтожил все, что любил. Теперь он был один. Один в бездне, которую он сам создал. Насколько это было иронично. Сколько это было глупо. Его существование больше не было правильным. Его жизнь больше не имела смысла. Море. Как я ненавижу запах моря. Как я ненавижу ощущение воды на моих костях. И даже когда ее сознание уже исчезло, звук не останавливался. Аудитория продолжала ждать большего. Они кричали твое имя. Они кричали от ностальгии. Итак, он дал им то, что они больше всего хотели. Трагическая история, вы согласны? Азурный мальчик. Я не думаю, что когда-нибудь понял ваши слова. Сейчас, давайте спою вместе. Rouge Files. Отчаянная классофобия.